Stand him up. Oh, shit. Doc. You come to us like a snake in the grass. Here, in a city of lies, you are the biggest liar of them all. What the hell are you talking about? Answer me, motherfucker! Yes. Lose control. That is what you Americans are so good at, after all. Not bad. Clear out the corpses. Leave, Crane. Yes, sir. Что-то мне название Яма не нравится. Почему все кричат «Райс»? Оу, это ПВП. Это арена. Цели в бою на арене? Конечно же, у нас нет оружия. Ну, конечно же. Чувак, ну чё, спина к спине, и давай ему тузить этих уродов. Не забываем, у нас есть спецприемы. Например, разбежаться и в морду ногой. Убивание. И прочие фишечки. Мы выживем с тобой, чувак, я верю в это. Угу. Ай-яй, меня кусают! Опа! Как ты, откуда ты оружие нашел? Да подобрал. Где? Лежало. Опа. Да иди ты нафиг, тварь! Так, говоришь, лежала, значит, я тоже где-нибудь что-нибудь могу подобрать. Угу. Ага, нашел. Опа. ДС. Взрыв пакеты. Ты нашел? А, надо, короче, чтобы ты что-нибудь сейчас... Давай я выкину дубинку, ты ударишь по моей, и я туда им закину бомбу. Давай. Мы всех взорвем. Ну или давай я тебе закину. Дубинку у тебя просто кинь. Просто кинь. Давай. Сейчас подойду. Оп. Кидай! Кидай! Ты не мог это сделать как-то более аккуратно? Подождать, например, пока я туда зайду. Ты сказал просто давай, я сразу ударил. Молодец, что я могу сказать. Так. Газовые трубы, твари! Such a shame you'll be a corpse by then. Ну, а ты сам спустись, и мы посмотрим, что трупом будет. Is this your first feeble attempt at controlling your own destiny, Crane? Too little, too late, I fear. Impressive for a walking dead man. Не смей. Думаешь, еще кто-то пойдет? Думаю. Нет, он. Уберите мачете. Подарочек. Спасибо. Ну, почему зрителей не убило? Кажется, я догадываюсь, что выйдет от... Твою мать, я не догадывался, что оттуда выйдет. Друг? Рядом с тобой это, взрывчатка. Ой, понятно, он сам на меня наехал. По-моему, ему похрену. Оу!
Тихо. Вау. О, я сейчас умру. Походу. О, я убил его. Сзади. Мы убили его. Спереди. Сзади. Я устал. Кто дальше, твари? Ну, мать твою! Some quality entertainment for my men. Too bad it's a one-time performance. This will only prolong the inevitable, but try to make the best of it, huh? Так, у меня мало здоровья, чувак. Мне надо сделать аптечку. I never gave you anything, Crane. Нельзя. Чё? Возьмите аптечку. Аптечка. Шутник. Your skills no longer come as a surprise, Crane. The GRE selects its operatives well. Shit. Lower the platform. Короче, он знает, кто мы. Это плохо. Ой-ой. Drop the weapon. Chaos, Crane. Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Allow me to demonstrate. Bassam, can you hear me? Loud and clear. Publish the file. Right away, sir. You just doomed thousands of innocent people. That's what you get with your fucking chaos. You don't know what was on that file, do you, Crane? You only prove my point for me. The GRE plans to weaponize the virus, not cure it. They're only interested in profit, not saving lives. And by following their rules, you have become their trained monkey. Pathetic. All right. Kill him. Дали бы нам это сделать слоу-мо, а? Так. Come on, let's get you out of here. Crane. Save these people. They don't deserve all of this. You, give me the torch. Crane! What are you swine waiting for? Shoot him! I'm sorry, Doc. Ну, конечно, как не попрощаться-то? Но он не попрощался, он извинился. А, сегодня воскресенье, день прощения. Да. Да какого хрена каждую секунду в состязании? Что за фигня? Кошки у нас нету, блин. Воу! Матерь богов, что здесь творится за хрень? Я даже не хочу смотреть, кто по нам стреляет. Я тоже, как... дружи, я тоже. И так Черт. Очень много. Almost got me. Воу. Все-таки я посмотрел. Я не посмотрел. Я все Ай. Еще бегу. Fuck.
Ну зашибись просто. Бегу. И я бегу. Нет. Куда? Вниз. Вверх. Зомби, аккуратно. И персонаж дико устал просто. Ну, походу, мы выбрались. Блин, у меня есть одно хорошее желание — убить этого урода к чертям. Я победил, ты проиграл. Я проиграл. Ха. Ты заработал 7000 к... 700, точнее, к этому. К оружию, а я заработал 1500 к бегу. Я же говорю, я бегун. Наверх. Наверх. Так, тут можно что-то собрать. Может, здесь где-то наш тайник есть? Откроешь? Угу. Естественно, нет. Блин, а где наш тайник? Потому что мне хотелось бы забрать все свое добро, знаешь ли. А нам тут только водку дают. А мне сиги. Ладно, давай быстро, пойдем дальше. Ну да, у нас как будто есть выбор. I found a way out of the arena. Now I gotta haul ass back to Brecken. But Zara. But Zara, и все. Shit! My head! Это моя мать! Нам очень, мать его, сильно хреново. Мы даже еле-еле на автобус можем забраться. Проверь, как ты забираешься на автобус. Да я все уже отошел. Я просто, знаешь, короче, зацепился так одной рукой, еле-еле такой. Вторую подтянул. Даже бегать сейчас не может. Тебя тоже, да? Угу. Бегите так, в башню, еще навык. Тролли такие, слышь? Угу. А, ну да, мы же антезин давно не принимали. Точнее, вообще ни разу. С тех пор. Самых. Не-не-не-не-не, зомби, иди нахрен! Зомби, идите в попу! Так. Чувак, я надеюсь, ты жив. Да. Да, мать. Нам прям трындец хреново. Просто вообще убийственно хреново. Ну, в зомбака превращаемся. Да. Блин, нам срочно нужен антезин. Просто, насколько это вообще возможно. Я в безопасной зоне, но мне это никак не такое лучше не станет. Даже лечь поспать не могу, еще хуже станет. Все как будто в огне, он говорит. Zero's dead. Видишь, так последние воспоминания, Зера умер. Воу-воу-воу. To hide you at the pier. Half of Rice's men are after you. Whatever you've done, it's really put them on the warpath. I have to talk to Jade. Zara, he gave her his research. She took it to Camden. Well, she tried to. Camden radioed that Rice's thugs had found his lab. So he flooded it with biters and barricaded himself in the middle. Now he's trapped. Then the connection failed. We haven't been able to raise him since. I'm going after her. How is she getting in? That part of town is sealed off. There's a group called the Saviors that smuggles people through. They have a den at Nico's bar in the Cauldron near the highway. The contact's name is Cenk. Do you have enough runners to cover airdrops? The airdrops stopped 36 hours ago.
There won't be any more. We're out of time, Crane. Shit. All right. I don't know if I can fix this, but I'm sure as hell gonna try. You know, most men in your situation would crawl into a hole and hide. Hats off to you, mate. And good luck. Так, надо что-то делать, чувак. Hey, Crane. Here's your gear. Best regards from Kareem. Kareem, huh? If you see him, thank him for me. Ну, конечно, нам вернули наше снаряжение. Все предметы, которые прежде были у вас в инвентаре. Да не, не надо. Нахрен они мне нужны, правильно? Угу. Так, мне надо продать, а иначе мне не хватает места. Так. Так, одну кошку я отдам. Один щит я к чертям уберу. А полицейскую винтовку я себе обратно верну. Так, одежда, одежда. О, нам наконец-то дали крутую одежду. Хотя мне она не очень нравится, на самом деле. Так. Итак, итак, итак. Кошка, естественно говоря, нам нужна. И... Я думаю... Нет, османский серп, скорее всего, заменит пистолет. Все, ребята, в принципе, я... почему нет? А, вот, все. Я, в принципе, готов, ты как там? Сейчас я продам одну кошку. Только ее, наверное, нельзя, да, продавать? Не знаю. Да, и нельзя продать. Двуствольное ружье я, конечно, могу купить, но я что-то думаю, что я не хочу его покупать. Но мне не нужно. Так, а вот мешочек и прочее, ну, в общем, все ценности на 2300 я продать могу. Ядовитый лишайник. Тоже на 4 там тысячи. Ну что, задание у нас здесь? Сейчас. Somebody's in the school. Вот неожиданность-то, да? О, ой, смотри, пожарный опять. Мистер, вы опять спасаете людей? Ни хрена! Я не ожидал такого поворота событий. Да хорош! Чё он тебя не отбрасывает, а меня отбрасывает? Ой, ой! Как ты вовремя? Да я... Эй! О, еще один пожарник, смотри. Дай я его попробую молоточком задолбать. Вот и все. Блин, представь себе, вот таким маленьким топориком просто изничтожить его. Спасибо, чувак. Короче, у нас проблемы. Тут, я смотрю, мы в порту, и... Мы недавно тут были, освобождали этот порт, ну ты помнишь. А сейчас тут уже, видишь, какая попа. Так. Воу-воу-воу. Чё-чё-чё-чё-чё? Дай ко мне там беспалево. Сзади подкрались. О, ты меня не пугай так. Я думал, что серьезное. Да фиг. Так, ну что, друже, я думаю, надо как-то, наверное, на этой серии будет закончить и записать еще кое-что. Угу. Вот. Ну, сейчас добежим. Ну да, нет, вот минут 30 тоже у нас серия получится, и мы уже потом пойдем что-нибудь другое записывать. Чай пить. Ну, чайку, кстати, надо бы попить, но я бы кофейку выпил, на самом деле. Рубит, что ли? Да, чё, do you remember that girl from Sector Zero, Troy? Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Well, good idea. Thanks, Brecken. Right. You take care. Просто, чувак, я в шоке. Чё-чё-чё? А ты не видел, что ты толстого рядом со мной взорвал? Так ты просто как-то... Я не видел, что ты точнее бежишь. А потом, когда он взорвался, я уже увидел, что ты тут рядом. Вот-вот о том и речь.
Ты понял все-таки, да, что я там зависаю, так сказать? Я застрял. Тебе помочь? Ой, я ее случайно убил. Случайности не случайны. Так. Ну, собственно, я пока что бегу, но я, наверное... Я, наверное, попробую добежать до башни и сдать груз. Потому что у нас, оказывается, есть груз, его надо сдавать. Понимаешь? Угу. Пробурился через толпы врагов. И обыскал. Это что полезное? Так, ну что сначала, в башню бежим? Да, давай в башню. Ой, а кувырок наконец-то. Первый раз я сделал кувырок. А что он делает? А, смягчает падение с более высокой высоты. С более высокой высоты. Это такая тупость. Ну да. Что я сказал? Тут у нас бега нету, не? Он больше не упендривается, что он лучше нас бегает. Даже с кошкой хуже нас бегает. Я хочу раньше тебя пробежать и использовать ее. Два тролля, блин. Так, я получил уровень. Я тоже. Что у нас дается за уровень? Два уровня у нас, кстати. Учить использовать электрические ограды и ловкие руки. Обыск трупов становится намного быстрее, возрастает, надо найти больше добычи. Ладно, обыск трупов, удачная продажа. А еще есть усилительный, учить готовить усиленные растения. И сюрикены. Учитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Угу. Я вот не знаю, мне стоит прокачивать удар о землю. Он с любым оружием же, да? Нет. Только с тяжелым? С тяжелым двуручным, да. Ну, тогда нет смысла, наверное. Ну вот у меня есть топор, как ну, бы. Ну да-да-да, я понял. Внимание всем! Благодаря Райсу и его банде отморозков у нас заканчиваются бинты и обезболивающие. Если у вас есть то или другое, вы можете доставить просьбу принести Тайгару. И не думайте, что пока вы не ранены, вас это не касается, мы не знаем, как все быстро меняется. Если вам пристрелят ногу, рады будете, что у меня есть чем обработать и перевязать ваши раны. Би? Так, ну, в принципе, все, можно уходить отсюда. А сдать ты не хочешь, нет? Кого? Там же можно было ему сдать. Я имею в виду. Ага. Вот, военная винтовка рыжая, кстати, у меня есть. Да, рыжий цвет никак не влияет. Че тебе, меч дают? Катану? Китану. Что будем прокачать-то, я же даже не знаю. Звезда. Питбуль. Два питбуля. Да. И чертежи. Вот чертежи. Я могу прокачать ей. Травма. Угу. Длинный нож и от бегуна я могу прокачать, но мне нужны. Так, смотри, мне нужны водные подводные водоросли.
больших количествах. Больших сколько? Три штуки. Иди сюда, друже. Я тебя нашинкую, слушай. Ну-ка, покажи свою катану. О, нормально. Где ты? Дай посмотреть. Не двигайся. Ну не двигайся. Не подходи, нашинкую. А, кстати, она аж двуручная. Да. Да? Да. Значит, можно удары земли ей использовать. Нет. Почему нет? Типа то, что она легкая? Типа того. Ох, как я ногу сейчас ей отпилил. Беги. Я почти успел. Я вылетел оттуда. Ну, тебе понравилось, пуля. Да? Да. Как пушечное ядро. Спасешь? Кого? Ну, чувак там рядом с тобой, видимо. Нет, вот тут доллар синий. Ну, магазинчик типа элитный. А, магазинчик. Слушай, она с первого раза вообще вырубает всех. Блин, мне она нравится прям. Синенький магазинчик, говоришь, сейчас сходим. Да фигня там, мне кажется. Я бы не сказал. О, у него, кстати, тоже катана есть. Да? Угу. А с какого она ловила? 16-го, по-моему. А я какой? Хрен тебя знает. Где посмотреть-то? На руки. А я 15-й. Чуть-чуть. Чуть-чуть, ага. Да ладно. Дай его в соло с катаной. О. Катанизировал я его. Смотри, ты пропустил гвозди. Нет, у меня там пластик был. Ну, пластик. Че, мы идем сдавать-то, нет? Кого? Найти людей. Так не, говорю, сейчас быр наберем этот, я положу себе на катану. Mm-hmm. Ну и заодно ты тоже что-нибудь наберешь положительного. Прокьюкивай, чтобы... Вот. Нашел? Тихо-тихо. Не отмечается пока ничего. Где? Прямо где я стою. Нету. Ну то вот чуть раньше есть. Вон еще одни. Водные водоросли. Мне три штуки надо, все. Ну ты сколько-нибудь нашел уже? Все, три штуки. Так, теперь я могу чертеж и поставить на нее яд бегуна. Создать. Смотри. Цветок. Видоизменили немножко там. Угу. Испоганил чистую катану. Ну, ядовитый лишайник. Цветочки. Ты куда бежишь? Куда торопишься? Постой. Паровоз. Воу. Не включите колесам. Кондуктор. Катана прям рубит. Мне прям нравится. Давай, я тебя прикрою. Ну. Угу. Так, все, идем. Давай. Я думаю, по добеганию туда можно закончить, наверное. А хотя сейчас уже, в принципе, можно закончить. На счастливые новости о катании.
слышишь? Да сейчас добежим. На 30 минут уже. Ну, добежать-то надо. Так а зачем? Потом все равно заново бежать. Нет. Да. Мы ж появимся в другом месте. Так я думал, миссия в этом будет выполнена. Нет. Там ролик начнется. Ай. Что такое? Кто в меня плюнул? Кто посмеял? А, посмеял, это был я. Китану мне в спину кинул. Китану плюнул. Я плюнул в тебя китаной. Китаной. Катаной. Нет, именно китаной. Именно китаной, да? Да. И два тролля, блин. Крутые вот чуваки на взрыв не смотрят. Ну да. Ходим вообще, что делаем, непонятно. Тоже, да? Нет, там сетка была. What do you want? I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here, or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rise's shit list, but wait here. Да мне так-то спасаться не надо, мне тупо туда попасть. Ну все. Смотри на меня. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Crane. Yeah, that's what he said. Really? Are you sure? Huh. Okay. Right. Come here. Okay. We'll get you to the other side. Right when? Right now. And what about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man. Thank you. А вот теперь думаю, что все.